Индия, знакомая и неразгаданная, удивительная и неподражаемая. Время в разных частях страны течет совершенно по-разному, и именно в Индии, в отличие от многих стран современного мира, сохранилось сакральное отношение к звуку и музыке. Здесь музыка – это путь постижения Бога. Вначале было слово. Вот индийцы считают, что это слово было словом звучащим, это была некая звуковая вибрация. И индийские исследователи, мудрецы, духовные люди, они, в общем-то, это слово даже называют. Вот для них это слово аум или ом, он вот для индийцев представляет собой тот творящий первозвук, который соединяет человека с Богом. Аум для, или ом, его еще называют, для индийцев это такое же сакральное священное слово, как для нас аминь, как для мусульман амен. Молиться, часами исполнять мантры – неотъемлемая часть жизни индийцев. Мантры состоят из небольшого количества предложений и многократно повторяются. Одна из таких мантр – Гаятри – гимн солнцу и свету. Ишвару, Творца Вселенной, достойного поклонения, воплощающего высшее знание и духовный свет, устранителя всех пороков и неведения, да озарит он мое сознание. Юль, как называется правильно этот инструмент? Я понимаю, это народный инструмент, да, индийский? Да. Вот что это такое? Этот инструмент традиционный, древний, называется он тампура. Этот инструмент используется, в общем-то, в самых разных жанрах индийской музыки. Он представляет собой вот такую достаточно большую конструкцию. В основе мы здесь видим такую огромную тыкву сушеную, которая украшена очень красиво и резьбой по дереву, и вот такими вкраплениями из кости. А почему тыква, Юль? Почему тыква? Тыква, она же выполняет роль резонатора, то есть она, в общем-то, создает объемный звук, глубинный. И действительно, вот звучание тампуры, оно потрясающее. У этого инструмента всего 4 струны. Но эти 4 струны действительно заполняют вокруг все пространство. Кстати, вот в этом инструменте нет, собственно говоря, отверстия, откуда бы звук выходил, да, наружу. Да. Вот. Здесь нету, да, никакого отверстия. Вот. И при этом она, тампура, звучит очень объемно, очень глубинно. Основной музыкальный жанр Индии – рага. Индийские ансамбли, которые исполняют рагу, обязательно имеют 3 составляющие. Ритм – это барабаны табла, тампура, создающий объемный, заполняющий звук, и солирующий инструмент, например, флейта. Индийская флейта, она отличается тем, что она вот такая поперечная. Вот, из нее извлекается звук. Вот, с помощью губ, здесь нет готового свистка. Вот, флейты бывают самых разных размеров. Вот, и этот инструмент связан с одним из очень почитаемых в Индии богов Кришной. И поскольку музыка – это божественное искусство, то когда Кришна, он всегда изображается играющим на флейте, то индийцы говорят, что в этой музыке флейты Кришны он обращается к душе человека, чтобы напомнить о ее истинном доме, о ее истинной природе. И эта музыка пробуждает к Богу, к Духу и ко всему самому светлому. И вот я предлагаю нам сейчас попробовать немножечко помузицировать по-индийски. Вот тампура, я думаю, что на ней будет несложно вам сыграть.
Барабаны табла в индийской классической музыке – это основной ритмический инструмент. В Индии музыкальные инструменты связаны с богами. С барабанами табла связан бог-разрушитель – Шива. Но для индийцев разрушение необходимо ради будущего созидания. Есть в Индии такой барабан, более древний, который называется пакхавач. И по одной из версий о происхождении таблы, один индийский музыкант, исследователь, философ Амир Хусро, он взял этот барабан, он выглядит примерно вот так вот. Этот барабан. Взял его, разрубил на две половиночки. И сделал вот два инструмента, два барабана. Причем, если так попробовать, вот этот барабан маленький, он сделан из цельного куска дерева. Он такой достаточно тяжелый. Ну да. Его на себе так... Килограмма три точно будет. Да, да, три или... Да, или пять, я даже не знаю. Но, в общем, он достаточно тяжелый. Вот. А этот вот уже металлический, он даже полегче. Барабаны табла довольно сложны для освоения. Индийские таблисты обладают высочайшей техникой и извлекают из барабанов огромное количество самых разных звуков. Достигается такое мастерство полным погружением в музыку, ежедневными занятиями, лишь с перерывом на обед и сон. Причем пока учится музыкант, живет дома у учителя. Барабаны можно настроить на разную ноту. И настраивается вот этот маленький барабан с помощью вот такого вот молоточка. Вот тут важно проверить, чтобы со всех сторон по кругу был один тон. Вот тут вот чуть ниже. Значит, что делаем, чтобы был ниже? Можно или молоточком вот тут вот чуть-чуть подбить, или вот здесь. Сейчас проверим. В общем, по кругу должно быть единое звучание. Очень интересны и необычные музыкальные ритмы индийских музыкантов-таблистов. И очень сложны. Кстати, они их заучивают наизусть. На барабанах табла можно извлечь различное количество ударов. За каждым ударом закреплен определенный слог. Вот это, например, та. Это тин. Та-тин, та-тин, та-тин. Это ти-те. Та-тин. А вот это вместе будет да. Да, дин, дин, да, да, дин, дин, да, да, тин, тин, та, та, дин, дин, да. Вот это вот дыры-дыры. Эта система очень удобная для запоминания ритма, потому что фактически, произнося этот ритм, мы уже его как бы в себе прожили, и это легче перенести на барабаны. Ну вот, например, дати дагине, датрик, дати даги тине кине, тати такине, татрик, тати таки тине кине. Музыканты могут играть сольные партии от получаса до нескольких часов. Среди разнообразия музыкальных инструментов визитной карточкой Индии является ситар. Для западного мира ситар открыл выдающийся индийский музыкант Рави Шанкар, учитель Джорджа Харрисона. Ситар – инструмент старинный. Происходит от инструмента, который держит в своих руках богиня музыки Сарасвати и имеет весьма интересную конструкцию. Практически все индийские инструменты, они сохранили, в общем-то, элементы конструкции достаточно древние. Например, вот такие вот колки, которые ничем не закреплены. Вот, например, на современных европейских инструментах, вроде гитары, вот есть такие специальные механизмы, которые держат строй. Вот. А у средневековых, у древних инструментов таких механизмов еще не было. И вот в Индии эти традиции сохранились. И вот, например, на ситаре колки
они, в общем-то, держатся именно за счет трения. Ну и порой, когда струна расстраивается, чтобы колочек закрепить получше, то используют мел. Вот его вот так вот берут. Колок можно немножечко им так натереть. И после этого попробуем сейчас закрепить струну. У ситара новизные лады. То есть, ну, например, у таких струнных инструментов, которые нам, может быть, больше знакомы, у гитары, у домры, у балалаечки, у них лады уже встроенные прямо в сам гриф. А у ситара лады новизные. То есть они вот так вот привязываются. Их можно еще двигать вправо-влево в зависимости от строя раги, в зависимости от того звукоряда, который нам необходим. При игре на ситаре мы не прижимаем полностью струну к грифу, а прижимаем ее вот к этому ладу. Вот, то есть палец, он остается как бы в воздухе. Ситар, как и тампура, богато украшен перламутром и резьбой по кости. Настраивающий механизм для первой струны выполнен в форме лебедя, а лебедь в Индии символизирует небесный мир. Для настройки ситара очень часто используют электронную тампуру. Инструмент дает волну звука, основу для общего звучания. У моего ситара 6 основных струн. Вот сейчас мы их настраиваем. Я включаю тампуру на основной лад, который мне нужен. Но помимо 6 игровых струн, у ситара есть еще струны резонаторные. Сейчас посчитаем, сколько их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 резонаторных струн. Они расположены вот здесь, прямо совсем близко к корпусу инструмента. На этих струнах не играют мелодии. Эти струны для чего используются? Во-первых, они настраиваются в зависимости от строя той раги, которая исполняется на инструменте. Потому что рага, как музыкальный жанр, она может исполняться на разных ладах. Это дает совершенно потрясающую акустику звучания, когда взятой струне основной вторят ей созвучные. Саранги, или индийская скрипка, еще один древний музыкальный инструмент, и глядя на него, можно в очередной раз удивиться искусству изготовления музыкальных инструментов в Индии. Необыкновенно красивый инструмент, и считается, что он из всех музыкальных инструментов лучше всего имитирует пение человеческого голоса. Подушечки пальцев, они зажимают не струну, а вот сам гриф, и прикасаются к струне лишь вот частью ногтя. И если саранги используют в классической музыке, то в народной его аналог. Это тоже индийская скрипка из Раджастана. Называется она равандха. Вот в этом проявляется все многообразие индийского мира. Вот мы с одной стороны видим такие сложнейшие классические инструменты, необыкновенно высочайшим уровнем мастерства изготовления. И с другой стороны вот такая скрипочка. Я ее очень люблю. Почему? Ну, потому что она очень необычная, она, конечно, смешная. У нее гриф сделан, ну вот, по-моему, это чуть ли не ножка от табуретки. Вот, к этому грифу с помощью гвоздей прибиты вот такие металлические пластиночки. Значит, колочки, которые, вот, по-моему, выструганы, вот прям сидел сейчас какой-нибудь мужичок и выстругивал.
вот, абсолютно не обработанные, и корпус инструмента из кокосового ореха. И к нему приделана небольшая мембрана из кожи. Ну и, значит, смычок. Тоже, я думаю... Тоже сделан на коленке, я так понимаю. Да, сделан на коленке, привязан к нему конский волос. Натяжение смычка, если вот в классическом смычке оно регулируется с помощью специального механизма, то здесь натяжение регулируется с помощью пальцев. Вот такой индийский инструмент. Равантха. Казалось бы, скрип, но при этом он такой милый, такой приятный, и, в общем, можно действительно... Он замечательный, мне кажется, любой на нем может сыграть, я думаю, у вас тоже получится. Нет, никогда, честно, не мечтала научиться играть на скрипке. Мне всегда это казалось делом безнадежным для меня. Есть в Индии и классическая гитара. Эту необычного размера и звучания сделал один индийский мастер. Так, как он почувствовал этот инструмент? То, как звучит эта гитара, не звучит ни одна гитара, ни европейская, ни западная, никакая. Потому что звук у этой гитары, он индийский. А это красивое звучание сантура. Это тоже один из самых древних индийских инструментов. Предположительно, пришел в Индию из Персии. По внешнему виду напоминает русские гусли, только играют на нем не пальцами, а специальными молоточками. Индийцы сохранили не только свои древние музыкальные инструменты и традиции. Сохранилась и традиционная одежда. Особенно колоритен женский вариант – сари. Это красивая ткань длиной от 6 до 10 метров. Это выглядит действительно необыкновенно красиво. И, в общем-то, хочется всегда тоже попробовать. А вот как это так – почувствовать себя индийской женщиной? Давайте попробуем. Давайте. Сари – это, в общем-то, длинный-длинный вот такой кусок ткани. Ткань всегда подбирается, в общем-то, с особой любовью, в зависимости от вкусов женщины. Всегда что-то праздничное, очень красивое такое. Да, да. Из вот этого кусочка ткани, который представляет собой сари, шьется вот такая вот кофточка. Она может быть с длинными рукавами, с короткими рукавами. Она одевается, значит, вниз. Сама ткань... Само сари, оно крепится на основе юбки. То есть еще вот в цвет сари специально покупается вот какая-то юбка для основы. Сначала нам надо измерить длину, чтобы в нем не запутаться. И делаем один круг. Так, один круг. Да. Теперь нам нужно сделать складки. Так, держим. Да. Угу. Вторая складочка. Держим. Ну и... Третье. Ну, можно три, четыре. Держим. Можем. Четыре. И все это заправляем. И теперь оставшуюся часть ткани перекидываем через плечо. Вот. И здесь можно, в принципе, можно закрепить тоже с помощью булавочки. Практически можно отправляться в Индию. Костюм уже есть. А, кстати, а почему костюмы разные? Вот у меня одно сари, у вас совсем другое. У меня не сари, да, у меня вот другой вариант одежды, достаточно удобные. Вот бывают вот такие вот брюки широкие, как шаровары. Вот, к ним вот такая вот рубашечка. Рубашечка может быть длинная, может быть, ну вот, как правило, она все-таки длинная достаточно, короткие не делают. И обязательный элемент – это платок, причем они носят платочки... Вот так вот. Сари, которые на мне, да, к нему нужно привыкать, то есть нужно учиться себя ощущать в этом костюме, соответственно, и двигаться также. Но вот если мы вспомним культуру, да, как индийские женщины танцуют в таком наряде? Танец как искусство, для него есть специальный костюм.
танцу учится, и какие-то элементы я бы могла сейчас показать. В Индии огромное количество танцевальных направлений. Танцуют, как правило, босиком. Когда, например, в Россию приезжают индийские музыканты, у нас может возникнуть какое-то чувство недоумения, вот столкновение с другой культурой. Как это так? Почему они, например, выходят босиком на сцену? Для нас это непонятно и для многих может казаться диким. Но на самом деле в этом есть очень глубинный смысл. Дело в том, что индийцы снимают обувь перед тем, как заходят в храм. И точно так же для них, для музыкантов, сцена является храмом. Она является тем местом, где происходит молитва. Танец часто имеет содержание, связанное с эпосом. Каждое движение рук, ног имеет свой смысл. Ножные бубенцы – это тоже обязательный элемент для танца. Культура Индии необычна и привлекательна. Благодаря елецкому землячеству в 2007 году жители города могли познакомиться с музыкой и традициями Индии. Визит учеников школы искусств при центре Николая Рериха в Елец вызвал огромный интерес. Мы тоже постарались создать некое подобие индийского ансамбля и немного поимпровизировать.